Мой запрос, он вполне лаконичный и понятный. Так. У нас есть закон, так, который должны соблюдать все, начиная от посольств Соединенных Штатов и заканчивая Тануки. Если вы ведете ей пропаганду открыто, то, соответственно, вы должны быть как минимум оштрафованы, а если не послушаете, то будете закрыты. Абсолютно правильно. Александр Александрович, а если формально подойти к этому, а где, здесь гей-пропаганда? А если бы он формально там что-нибудь такое... А где здесь гей-пропаганда? А если он стилистику свастики там формально нарисовал? Свастика запрещена. А это не запрещено? Это запрещено разве? Запрещено, конечно. Это пропаганда этих там гамадрил, которые они там у себя делают. Кто хочет, будет ходить. В Тануки нельзя ходить, потому что там, это, если они считают, что они пропагандируют вот такой образ жизни, то гамадрилам пусть ходят гамадрилы. А здесь генпрокуратура должна разобраться и конкретно наказать.